Всем привет, дорогие ребята! В этом видео я буду играть в Майнкрафт, но... Ой, непростой Майнкрафт. Ребят, я утонул в начале игры. Но не в простой Майнкрафт, а... Сейчас, ребят, дайте мне выбраться хотя бы. Блин, вот этот снег. Пусть отморожение отходит. Я хочу нормально ходить. Не. Так, блин. Все отморожение проходит. Вот, это необычный, ребят, будет Майнкрафт. Вы спросите, а зачем мне огненный стержень? Да, ребят, это не просто огненный... Ладно, пусть мы... Да... Блин, мы сейчас замерзнем тут. Блин, ребят, неподходящий я биом выбрал, чтобы вот это видео снимать. Блин, скоро этот снег тупо закончится. Стоп, это нормальный снег. Ура, ребят. Вы спросите, зачем мне вот этот стержень Ифрита? Да это не обычный огненный стержень Ифрита. А это целая волшебная палочка. Она может исполнять все желания. Но для начала добудем, пожалуй, дерево. О, откуда у меня земля тут? Стоп. А зачем мне его добывать? Если моя палочка может добыть дерево за меня. Это же прикольно, я так думаю. Итак, дерево добудься. И, ребят, о, нет. Я не в этом смысле. Блин, оно добылось, но, походу, оно исчезло самому. Ай, опять это заморозка. Так, отходи. Ладно, походу придется палочку потом настраивать. Но пока что мы добудем дерево, пожалуй, сами. Потому что, ну, палочка его только портит. Хотя, я, кажется, знаю такой один способ. Я хочу, чтобы дерево добылось и выпало. Итак, ребят, о, у меня 10 дерева. О, ну реально до конца добылось. Да какой этот снег, блин. Хорошо, что эта палочка не ломается. Блин, ну почему тут такой снег замерзлый? Эй, да почему я опять то... Отходи. Мне это все надоело. Ну блин, как мне отсюда выходить? Ну нет. Ну все, у меня сейчас сердечки заморожутся. Блин, холодно тут, конечно. Ой, до свидания. Замерз, конечно, как же тут не замерзнуть? Такого снега-то. Так, ребят, я бегу быстрее, все и быстрее. Кстати, а бегу быстрее. Я хочу бегать быстрее, но для начала стержень надо как? Но для начала сосновые доски почему-то. Сосновые именно надо скрафтить так. И палочки.
Все, теперь, ребят, надо бежать. Надо бежать, а то этот снег опять мне попадется. А я не хочу к нему попадаться. О, тихо-тихо-тихо, Миша, тихо, Миша. Ребят, смотрите, я Мишу нашел. Привет, Миша. Это добрый медведь. Я хочу, чтобы Миша исчез. И что, ребят? О, мне опыт дался. О, реально Миша исчез. Отлично, рыбка. Ради рыбки это желание загадал. Так, здравствуйте, еще Миша, хотя... Они на меня не нападают. Ну, Миша же первый исчез. Что им нападать? Я же его бил все-таки. Так. Нам нужно, как обычно, игроку развиваться. То есть... Каменную кирку забыл сделать. Ой, деревянную. Ой, да какой топор. Топор мне сейчас не нужен. Так, вот так заходим. Слушайте, ребят, может сразу загадать алмазную броню и пройти Майнкрафт? Это мысль, но интереснее проходить самому вот так вот. Вот так вот камушек добывать спокойненько. Желаниями надо пока что... потутошить. Так, все, отлично. Выходим из нашей вот так вот пещерки. Каменный меч, кирка и печка. Еще 4 булыжника осталось. Ой, куда он стоит? Прямо к верстаку, не. Так некрасиво. Во, вот так вот прикольно уже. Так оплавить-то мне нечего. О, пока я так бегал, я шахту нашел. Или это пещера? Если что, волшебная палка поубивает мобов за меня. Ого, как тут темно. Так, я хочу, чтобы мне выдался факел. Ого, ребят, смотрите, мне даже не один факел выдался, а несколько целых. Да я теперь всю эту шахту... Так, вот тут железка надо добыть. Только одно. Ой, что это за звук такой? Ого, как я глубоко. Ого, тут железки еще есть. Причем так, немало. Я бы так сказал. Потом на входе я там видел уголь. Так, ну железо все-таки главнее, чем какой-то уголь. Так. Так, вот такая вот шахта прикольная. О, еще железо. Да это железная шахта, ребят, я бы так мог сказать. Главное добрый! Гнуть. Куда-то мой факел упал. Ладно. Да. И да. Почему у меня не получается? Да.
Да вот это вот место надо закрыть, потому что... Так. Все отлично, то я так бы никогда свое железо драгоценное не добыл. Железо в Майнкрафте, конечно, не самое драгоценное. Самое драгоценное это алмазы, но... Железо тоже для алмазов пригодится. Железо для алмазов драгоценное. Так, освещаем все. Хорошо, что тут вода есть. Ой. Так, тут поставлю тоже факела. Вода ведет же в самый глубь. Я проплыть туда. Ой, я проплыл отлично, ребят. Ай! Да сколько вас тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Надо было броню крафтить. И где-то шахты. И где мой верстак? Я, по-моему, вот так шел. Да убивайся ты хоть. Ну я вот так же где-то шел. Ну где мой верстак? Я же где-то тут эту пещеру и нашел. Нет, ну где? Я не там. Я не понимаю теперь, где мой верстак искать. А ладно, я напишу себе команду, чтобы найти. Так, геймод 6. Да? Да в смысле? Ну я же хотел написать. Там же циферка обычно пишется. Так как... Тьфу, блин. Так, ну сейчас должен мне выдастся новый режим. Да. Зритель. Итак, где мой верстачок? Будем искать. Это не моя ли? Нет. Мне надо с самой высоты. Вон, по-моему. Да, это я тут был, а вон там вот эта пещера. Так, тут я на всякий случай, ребят, поставлю спампоинт. Вот спампоинт. Все, и переключаюсь в выживание. Да блин, а. О, кстати, надо все железо, которое я взял, переплавить. Так, а дубовые доски? Придется ждать, пока это доплавится. Вот, теперь все. Так, отлично, пусть это пока переплавляется. А я побежал в мою шахту, в которую я сейчас и погиб. Блин, вот же такие вредные зомбаки попались. Ай, блин, сейчас я и так умереть могу. Так туда я потом пойду.
Сначала разберусь с этими надоедливыми зомбаками. Ой, аккуратно. Так, надо аккуратненько. По воде. Так, я, по-моему, вон сюда плыву. И вот тут меня зомбаки поджидали. Они что, ушли уже все? Так, уголь я потом подобываю. Ой-ой-ой-ой-ой. Да отстань, да у меня часа нету с собой. Нет же... Нет. Так, пока плавься, мне нужен очень быстрый щит. Так, все, щит есть. Теперь дальше в печку переплавляться можно ставить. Так, железный меч я себе сделаю. Так, стоп, я тут заспавнился. А пещера вон там. Так, ребят, бежим мы опять к той пещере. Где меня опять скелет убил. Ну не бойся, скелет, теперь я скрафтил щит железный. Теперь ты меня точно не пробьешь. Итак, ребят, бежим на наше место. Вот, и тогда убьем этих зомбаков. Потому что, ребята, нам на алмаз уже где-то тут наверняка в глубине задержались. Бежим в эту пещеру опять. И я уже наизусть вот этот проход запомнил. Так, вот так вот сюда. Ой, блин. Надо по факелам идти, которых я тут расставил. Так, вот тут меня зомби, а вот тут меня и скелет убил. Ну, блин, идем по факелам. Так. Прикрываемся щитом. Вдруг тут кто-то придет. Броню я потом скрафчу, там железо доплавится у меня. Так, не, так я шахту всю не исследую. Если буду на одном шахте ходить. Так. Так. О нет, ребят, у меня факела закончились. Я тут где-то уголь видел. Быстро за углем. У меня есть палки. Да, одна палка есть. Так. Так вот добываем быстро уголь. Добываем быстро. Так, подбираем его скорее как. Вот 4 факела. Надеюсь, что этого хватит. Но будем тогда особо их тратить. У меня 2 факела, один остался. У меня палок-то больше нету. Ладно, ребят, у нас же есть волшебная палочка. Я хочу еще столько же факелов. И, о, ребят, смотрите, нам реально 64 факела дали. Так. Вот так вот расставляем их. Не боимся, что они у нас закончатся с волшебной палкой-то. Ой. Эй, отстань, отстань. Отстань, зомбак. Да где shift? Нет. Где? Где шахта? Где шахта? Нет, я потерял ее. О, нет. Я не... Нет. Блин, я много времени потерял для того, чтобы найти хотя бы один алмазик.
О, как я аккуратно стал бежать-то. И быстро еще причем. Я там всю шахту не следовал. Нет, 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 нет. Пол хп, но это очень много. Ребят, вы же... О, у меня генерация точно же. Да чё, я не прыгаю-то. Так, ребята, бежим вот туда, вот сюда, вот сюда. Главный урон не получить. Так, так, так. О, нет, не, 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 не. Так, я в эту шахту зашел. Меня тут где-то зомбак убил. Вот где? Мне надо к этому моменту подготовиться очень сильно. Или мне не кажется, это тут было? Или кажется? Ой, я долго тут прошел. Да и куда я упал? Да, ах, ты не прыгаешь еще. Shift, shift. Не-не-не-не. Фух. Без шифта бы меня тут убили уже. Что на шифте хотя бы... Стоп, да что мне тут мешает? Shift, что ли? Все, shift, фух, все. У меня в прошлый раз просто мало хп было. Где мой shift? Нет, 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 нет. Не, где? Фух. А то я... Что это за вот эти вот блоки? Для чего они вообще нужны? Да что это за блоки? Так, все, я выбираю шип. Дурацкий, так. Чтобы вот так вот пройти. Ой. Здравствуйте, зеленый. Чем я могу вам помочь? Да погоди. Так, молодец, что взорвался тут. А это ню. Так, железка. Ого, сколько тут железа, ребят. Так, мне надо решать проблемы с броней. Брони это у меня нету. Так, придется возвращаться обратно. Убедившись, что тут мобов вовсе-то и нету. Мы можем вот так вот убить. А, еще и тупая зарядка у меня.
Ну все. Блок и все. Не, я не понимаю, как отсюда выбираться. Да. Ладно, иду, ребят, обратно. Тут я выяснил, что ничего тут нет. Ту хорошего. И... надо идти к нашей печке, в которой у нас там железо плавится. Так, тут темно как-то. Я забыла сыщить. Так, где регенерация-то? Я регенерацию ставил. Или медленную я ставил. Я же тут ставил блок. Ой, точнее, убирал блок. Ну как тут пройти-то? Самое сложное отсюда. Надо было. Кто так? Кто-то зашел на мой сервер, что ли? Кто тут вот этих блоков понаставил? Ну я вообще прям не могу. Кто зашел? Что это за камень-то такой? Блин, в этом видео, ребят, походу я так и не найду алмазы. Я булыжник беру. Я же только что запрыгивал. Так. Волшебная палочка. Я хочу, чтобы я телепортировался домой. И, о, ребят, посмотрите, я реально у себя дома. Мишка, ты чего? Да что ты на меня нападаешь? Я тебе ничего не делал. Аж да что вы на меня нападаете? Медведи какие-то. Зачем я вам вообще нужен? Ну, попробуйте, попробуйте. Ладно, будем отбиваться. Вы мне сейчас можете щит сломать. Шу-шу-шу. Мишка, давай дружить. Раньше ты на меня не нападал. И маленький может. А, маленький не нападает. О, кстати, ребят, давайте... сколько они мне счета потратили? А, ну всего лишь-то они мало мне счета потратили. Так. Стоп, мне на броню не хватает. А, я же в печку хотел заглянуть. Заглядываем в печку и крафтим себе железную броню. Так. Ой. А дальше мне что, не хватает? О, ну мы же можем еще, ребят, переплавить. Так, у нас живот еще есть. И дубовые доски, и эти, как его, железо. Идем в нашу опять шахту. Кстати, где она? Да, вон она. Я так понял, алмазы мы так и не сможем найти.
За 30 минут мы еще не успели найти алмазы. Потому что меня пока зомбаки, пока скелеты в шахте в этой убивали классные. Так, в печке... Ой, еще 2 железа осталось в печке переплавить. И можно будет скрафтить почти всю броню. Так, у меня сколько? Нагрудник и шлем. А, интересно, хватит мне или нет? Во, все 6 железных слитков. Так, отлично. На ботинки хватило, на поножи еще... еще 2 железных слитка. Но благодаря у нас есть вот эта вот волшебная палочка. И так, ребят, можете и в нашу шахту. Ту-ду-ду-дун. Кстати, мы забрали все переплавленное железо. А, ребят, точно, ребят, я понял. У нас же есть волшебная палочка, она нам даст 2 железных слитка. Я хочу 2 железных слитка, хопа. И так, ребят, они мне... Да, ребят, они мне выдались. Уху, теперь я себе могу скрафтить. Нет, какие ботинки. Мне штаны нужны были. Вот. Стоп. Я могу вообще сразу себе загадать. Я хочу себе рандомные штаны. Итак, ребята, интересно, какие же они мне дались? Алмазные? У меня алмазные штаны. Вот это вот прикольно уже. Теперь я буду супер защищенным. Где наша... А, вон шахта наша. Ура, ребят, теперь я буду супер защищенным. Ура! Ладно, на самом деле-то. Итак, бежим в нашу шахту. Да, бежим до нашего места, и вам все пока. Итак, ребят, смотрите, я бежал до вот этого места. Во, я вон отсюда, вот сюда. Решил в темноту пойти. И посмотрите, что я нашел. Алмазы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там зомбаки. Вот так. Так, поэтому нам нужно... Пожалуй, выйти пока что отсюда, ребят. Ну. А мы туда же не ходили. Вдруг там еще алмазы будут. В темноте-то. А не, будут пауки только. Да отстаньте мне, пауки. А?